10-5 утра. Минут 10-5 утра. Ты получается стук вот этот весь шум пробудил, да? Да. 10-5, 4-5. Challenge. Whoever gets hit by this loses. Ow. Oh fuck. Do not grape me. That's a big ass. Do not grape. I don't want the grape. Don't. Oh. Dude, I got the fucking flashbang props for my quiet cosplay. These bitches are real as fuck. Look at this shit. Hey, let me get them in. Hey, let me get one too. Hey, let me hold one. Yeah, you get that right there. What the dog doing? Ногинске рано утром парень проходил рядом с баром и увидел бухающих карликов. Сука, реально, карлики бузинищи. Карлики, извините. Он такое видел. Он, как любой нормальный россиянин, конечно, хотел запилить в сторис это, но карлики вот увидели его, достали боевые молотки, блядь, как в Играх престолов, и пизданули человека. Вот, хорошо бы, чтобы одного из карликов звали, например, Игорь Престолов. Пиздец, ребята, это... I'm waiting. I have to hug you. Oh. Yeah. Hug. Hi. What the fuck? You ever look at your person and think to yourself, wow, how did I land you? You're the most beautiful. Hey, Mara, have that apple juice. Good. Yeah, it's good? Fucking good. Kids agree, matzah's fucking good apple juice. Это уникальное изображение удивительного существа. На дракона оно не похоже. Скорее, это волк или кабан. Ничего подобного нигде в мире больше не обнаружено. Но есть версия, что мистический зверь дожил до наших дней. Потому что и по сию пору в Кобяковом городище продолжают исчезать. Say thank you. Ha ha ha!
результаты ультразвука. У меня для вас новость. Стойте, погодите. Мы не хотим знать пол ребенка. Ладно. Что ж, оно не дышит. Booger, go back down. Go. Go back down. Hey, Booger. Okay, go. Buddy. No, he didn't.